London is the capital of Great Britain. Da 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 da. Всегда не те, если мы не будем вместе, никуда не деться, значит, это была не любовь. Знаешь, если честно, замирает сердце, в этой комнате так пахнет тобой. Ой, ты все вот это ходишь, веганный снимаешь, соус. Господи, мы боже. Мы скушали только дали по камеру в руки, все. Панини с шинкой по пикантному соусу. Пикантный соус зараз. И это не реклама. Нет. Нет. Еще у нас есть турничек. Какой настрой? Холодно. Ну все, согласен. Все, не пожалеете, обещаю. Камера, вы не пожалеете, обещаю. Музыка на... Кстати, я сегодня забил свои усы. Мы снимаем, учим. Мы, кстати, уже отсняли кусочек. В общем, все круто, первый день съемок. Третьего сезона сериалити. Я сейчас тоже свой кино снимаю параллельно. Свой кино. Да, поставил камеру сейчас, таймлапс снимаю, большой, длинный. Вон, там стоит камера. Соб сегодня не исчезли. Я бы хотел. Да, Серж. Без усов. Сезон без усов. Хэштег без усов, пожалуйста, потом напишите. Или, ну, что ты придумаешь, я буду талантливым. Все нормально. Все хорошо. Ну, надеемся. Все. Сейчас. Все. Влад. А, нет. Влад! Только что с вами был оператор Владислав. Стоим мы очень дорого. А мне по карману. Очень плохо. Сейчас мы снимаем сцену, я приехал буквально на одну сцену. Сейчас я буду не видеть замок. Давайте. Было? Это рок-н-ролл, может, и не будет. Спокойно, Гер. Сейчас мы все найдем. Я сломал систему. Там еще говорит Владу. Получается, я в зимней куртке в тот момент, пока Маша у нас в юбке и в летнем образе. Маша, тебе хорошо? Мне отлично. В том-то и дело, что нет, она не с Москвы. Стоп, а что ты не включаешь? Потому что она грузится. Раз, два, три, четыре. Поздравляю с твоим выключением. Так. А, так они уже неделю какой, месяц какой. Сколько? Лондон is the capital of Great Britain. Ну что, ребята, готовы? Да! Мне кажется, ты очень заботливая жена. Все сказали, вы же все понимаете, в чем суть, правильно?
Не, ну это надо. Это надо дроником. Ну вот и все, ну вот и все. У меня есть опять идея. Это хорошо не заканчивается. Мне сейчас в этом сезоне все идеи просто вот так. Тебе друг друга признаться не могут. Пушкина. Квадушкина. Квартира. Вампир. Самки отлично. Хочу есть. Я наелся. Балдеж. Я интересуюсь жизнью людей. Потому что я не пофигист. Работаем, значит, да? Невероятно. О, вот так. Вы задержаны. Плачь, Арти. Плачь. Да я не могу. Ой, вы снимаете? Сказать про победителя. Смотрите продолжение в следующем дне, а лучше сейчас сделаю переход классный. Че, ребята? Любовь. Я вызову копов. Как ты помнишь, тебя сюда не... Давай. Что ты палишь? Стоп, ты жвачку жуешь? Да. Что ты... Женщина. Губки бантиком. Ну, вот именно. Ты, кстати, собираешься твою музу... Да блин, что он такой? Откуда нам идти? Туда. Что такое? Ну вот, сейчас отдам Амарту. Амарту. Угу, Амарту. Веселюсь. Так, все, ребята, уходим все отсюда. Веселюсь, брат. Ну, ты стыд, Владик. Что, пожалуйста, ради тех самых дней, когда мы были вместе. У них с Арти... Старте, привет. Можно просто взять это и сказать, как ты сейчас сказала. Приятно. На тобой работают опытные пиарщики и маркетинг. Аня, ты не можешь просто так и сказать. Можно? Этот человек пытается научиться дышать, короче, говорить, как будто бы только что заткнул гелевый шарик. Что без гелевого шарика. Вообще это просто... Да не ори ты! Просто это слишком парено. Да нет, чё? Может, под футболку тогда? Она будет об... Ну, давай под футболку. Параша патруль. Я знаю, что ты любишь туалеты, Даня. Что? Не засыпай. Я вживаюсь в образ.
Я сплю. Это значит, что ты снова... Что? А ничего. Я не помню, что там дальше. Всегда пожалуйста, блин, Артур! Да. Я запорола, не бейте меня. У меня шоколадка на дне рюкзака, я ее сейчас поищу. А где здесь шоколадка? Мне там, кстати, твой папа сделал впервые, признался в любви впервые. Спасибо, зайчик, ты меня очень выручаешь, спасибо. Владик, я сплю слово. Надо сказать парням и девчонкам. Понимаю, я играю, ты вообще нетерпеливый. Подарите новый рот. Губы в лес там все накрасили? Да. Это от синий был, нормально. Давай. Ты за списалки? Да, все на всем. Да. О боже, ты за списалку? Какой твой любимый напиток? Миринда. Сделай нас любовью. Давай, чокнись. Ты не просто так пару лет носил. На этот раз творческий. Те, кто напишут... Он меня рассмешил. Окей, ладно, но... Привет, как дела? Пацаны, спасибо, я... Мне нужно домой. А, малыш, мамочка дома ждет. Ну, беги, беги. Да... Шо, шо? Шо, шо, иди, шо. Иди. То есть ты вот из святоши и делать вид, что я все... Давай сначала. Пробьемся. Забыл слова. Вот и тебе не дает карт-блаш на то, чтобы ты... Очнись. Победителем этого конкурса становишься именно ты. Ну, куда? Ну я ж показал, ну ребята. Спасибо, доча. Что? Хорошо. Будешь чай? Нет, спасибо. Тогда я могу тебе. Что? Маша, а дверь закрыть? Она не закрылась со второго раза. Я забыл, что я должен сказать. Что? Простите. Мы разбежались, я помню. Но... Можно сначала, пожалуйста? Да нет, просто нормальные парочки себе, нормальные выводы. И вам, наверное, интересно... А кто победил? Лет, конечно, не очень плохо, особенно лет. И именно этот человек получит от нас... Не от нас. Победитель получит суперприз от студии Decide. Ну, соответственно... Почтение. Ты что? Я думаю, было, Люд. Было.